Итак, дорогие друзья, жилой комплекс I Love. Здесь у нас везде встречаются вот такие вот замечательные сердечки. Квартира площадью 40 квадратных метров. Работы мы здесь уже завершили. Был сделан комплекс работ по возведению перегородок и механизированной штукатурки стен. Квартирка небольшая, очень уютная. И здесь есть несколько интересных моментов. Вот это помещение, как и соседнее, ровно пополам. Вот эта часть помещения находится на улице, то есть это как балкон под вот этой частью улица. Поэтому при дальнейших работах мы дали рекомендации заказчику по обязательному утеплению либо вот этой части отдельно, либо всей части пола. Работы здесь мы выполнили при помощи гипсовой смеси Волма Гипсактив белая. Стены сделали с глянцеванием. Как всегда, наша фирменная черта, абсолютно незаметно, где стояли маяки, стены при этом абсолютно гладкие, абсолютно ровные. Здесь есть еще интересный момент по оконным откосам, я сейчас вам покажу. Дело в том, что остекление сделано таким образом. Вот эта часть была монолитная, вот эта часть – это металл. Это тоже металл, это все алюминий. Мы оштукатурили эту часть. Было несовпадение плоскостей, и для того, чтобы при финишной отделке было удобно потом отделывать все вот эти откосы, мы оштукатурили откос вровень вот с этой металлической частью, для того, чтобы потом все это отделать гипсокордоном, и у мастеров в дальнейшем не возникло никаких проблем. Срок выполнения работ на данном объекте – 6 дней возведения перегородок и механизированной штукатурки стен. Санузел, как всегда, мы оштукатурили влагостойкой смесью старатели Optimum. Вот ее хорошо очень видно. Она имеет вот такой вот серый оттенок. Все, квартира готова. Ждем заказчика. Пока, до новых встреч.